Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? Очень много пишет, где тетя Руся, вас нету. Мы кофе пьем без тебя. А у меня столько гостей были дома, что мы с утра готовились с вами идти, и так и не вышло. Но сейчас уже обед, добрый день говорю, потому что я без вас тоже не могу хотя бы поздоровиться и по своим делам, дорогие мои. Хочу пожелать всем хороший день, хорошее настроение. Доченька у меня была, привезла мне это, передали мне сметана, но сливка. Я буду его созревать. Если она у меня все получится, все покажу, что я хочу перед вами делать. И некоторые пускай учатся. Я вчера выставила рис и задала вам вопрос, что я готовлю. Очень много мои подписчики угадали и очень много ошиблись. Я готовила чипсы, но у нас получилось все как положено. Но мне не так уж понравилось, как я ожидала. Но дети все съели. Больше половины народа у нас дома понравилось. Но я сегодня еще покажу, как я готовила, как у нас все красиво получилось. Но я ожидала больше. Я думала еще лучше. Хрустящее такое, необыкновенное. Но ничего. Я когда найду секреты, как это получается, что у нас получится хрустящее, нечто необычное, я оставлю рецепт. А сейчас просто покажу, как я готовила, дорогие мои. Поэтому хочу вам желать хороший день, хорошего настроения, хорошей встречи с хорошими людьми. Так что все хорошего желаю вам. Желаю то, что я себе желаю. А еще хочу вам сказать, дорогие мои, я сегодня всю ночь не спала. Такая ветер, такой шум. Я не могла спать. Я не знаю, говорят в интернете уже, я не смотрела, но написали мне уже, где-то дерево ломали, где-то провода все поломали, самолеты не летают, отменили все вот это. Сейчас время будет, найду, посмотрю, что творится. А как у вас, как вы спали? Расскажите, я вообще сегодня, как Света мне говорит, мама, ты как будто спишь. Я говорю, правильно, я сейчас немножко отдохну и к вам опять выйду. Какая красота! Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. А вообще, эта конфетка мне подарили на день рождения в прошлом году, а мы просто поставили и забили. А сегодня сделали порядок и нашли. Наиграли с перышками, попели, отдохнули. Сейчас пора работать, дорогие мои. С утра поставил картошку. Мысли у меня что-то есть. Если у меня получится, с вами поделюсь. Картошку проверю. А теперь надо проверять, картошка хорошо варилась или нет. Потому что то, что я думала, это надо через дуршлаг. Нет еще. Еще подождем 10 минут, и все будет хорошо. У меня картошечка. Смотрите, какой стал. Это я через сито делала, дорогие мои. Добавила куркума. Это специи такой, немножко для запаха. Сейчас все это перемешаем. Чуть-чуть добавим здесь где-то вот такой 100 грамм муки, чтобы мы могли их собрать. Картошка. Ой, какой запах этот цвета. А мне понравилось. Ага. Сейчас мы будем делать вот сюда еще. Красота. Дорогие мои, посмотрите, вот такая красота в данный момент у нас получилась. А что дальше будет, я вам все покажу. Я сама не знаю. Шарики вот такой накатались. Посмотрите. Сейчас уберем в пакете. Смотри, что делаю. Чем тоньше, тем лучше. Похоже на чипсы? Похоже. Вот такая красота. Вот смотрите, какая красота. Чем дальше, тем лучше. Пожалуйста, готовим с любовью. Вот такой чипсик у меня получилось. Дети уже много съели. А
Смотрите, дорогие мои, какие картошки. Картошка свежая. Это синенький. А я думала, картошка свежая, так красная не будет. Ну нет, слава богу. Молодая, да? Молодая, да. Самое главное, готовить с любовью, даже если не получится, она сама себе получится. Смотрите, какая красота. Кукуруза. Все, готово. Красота. Сок течет. Ням-ням-ням. Вайчуторин. Летом пахнет. Красота. А это что ты тут поставила? Ады-буди по-русски как? Попкорн. Попкорн поставила. Если у меня все получится. Столько жарила, думаю, ну почему этот еще не жарить попкорн внукам? Для внуков все можно делать. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Та-да-да-да! Ну, как приятно. Красиво? Mm-hmm. Красиво! Красота! Готовим с любовью, дорогие мои, для своих внуков. Сейчас дети придут, все готово.